Что там договорились? С чем? Там что-то вардовую ручку хотел. Да Винчи? Угу. А я не знаю, там что-то говорят, что у него PvP шмот, вот его и кинули восьмой пати. А я вообще даже не видел, может у него PvE. Я у него спросил, он ничего не отвечает. Да нет, у меня PvP, ну как он, полу-PvP-шный. Да ладно, ничего страшного, РС-ку-то я точно не претендую. Ой, это было больно. Даже очень. Не, просто, ну, у меня он потише стоит. Я давно его уменьшил. У него мощный микрофон, усиление мощного микрофона. Поэтому делайте его потише. Я тоже такое же усиление. Но хорошо, когда тихо говоришь. А когда начинаешь повышать голос, блядь, пиздец жестко. А кто? Ну ты это, надеюсь, без обид, без каких-то, потому что основной у тебя как бы ностальгия друид считается. Вот, ну, если ему не надо, то, ну я не знаю, как-то и ИП у тебя на варе не заработано, то есть. Ну, тут такое дело, видишь, с ЕПГП, что шмот-то забирать без ЕП не получится. Поэтому... Да не, я же сказал, у меня там этот ОДХ, у меня там даже этот, грубо говоря, этот, блядь, репа нужна и так далее. Поэтому если там, ну прям вообще кому-то как-то надо, ничего страшного. Да, ну ты это... Место есть? Спроси у людей. Если... Есть место для ДД? Да вот, можно место топа или истории в целом взять, все. Они не. Все равно не дамажат. Он на 4 босса. Он на 4 босса, ну я не знаю, типа. На виклик? Или как? Какой еще виклик, блять? Ты говоришь, место есть ДД, какому ДД? Как ник? Нет, я спрашиваю, Миндарк ШП. Миндарк ШП. Тебе место надо, да? Нет, я спрашиваю, есть или нет. Если нет, вот ничего страшного. Если надо, освобожу. Нихуя не понял. Человеку надо место, он спрашивает. Мидарку надо Мидарк. Место или да, другому? Да, да, да. Мидарку. Ебать, хуй добьешься от вас чего? Непонятно ничего. Ну, сейчас посмотрим, кто там. Насмотреть по ИП. Менять 20к рогу? Да, ну, да, да. Да. Не да, блять. Не буду я 20к рогу менять. Значит, к сожалению, это самое. Шура, ты магом, ты, по-моему, варом хотел идти. Вон на Джика на замену. Не, я могу потом просто, где там боссы, войти, да и все. Не, это я понял. Вон там войти могут, вон, вот 4 человека сидят. Так, значит. Хандет, не знаю, кто такой, блядь. Первый раз вижу. Осмотрите его. Потом Белфаст. Белфаст 260 вроде должен нормально элип давать. Ну, одетый хант. Одет хант. Тыкните на шар. Полчарки. Тыкните на самой. Мидарка можно взять вместо какого-то из магов. Например... Свиста фляга или Врей. Врей это чей-то твинк, по-моему, да? Да и это тоже мой твинк. Ну как мой твинк, брата твинк. Врей это чей твинк? Мой. Любишь ты. Хант хорошо одет. Мидарк, ты в пати, нет? Где плюс они? Я не вижу. Не в пати он. Сидите даже не в пати, не могу ИП сравнить. Вот, у Мидарка 4000 ИП. Вот ты смотри, у тебя приор 15, у всех остальных ниже. Можно свичнуть Урея и Свистофлягу. Урея и Свистофляга. Кто с вас может свичнуться? Я могу пересесть на приста просто. А у тебя на присте ИП дохуя, да?
Ну, я ж не знаю, не помню, сколько там. Ну, а прист у тебя только хил или ДД есть? Нет, там только хил. Ну, ДД есть, но 6к ДПС. Почетные. Ай, ну вас в очко, пойду коробку собираю, долго попробую. Кто? Меня, ну, вместо Систа Флаги. Давай. Так, Мидарка тогда вместо Систа. Злые вы. Ну да, пидоры. Именно, блядь. Я за локонский шкаф, что я долго буду припоминать, поверьте. Говорите за себя. Не, про шкаф я не знаю, что там со шкафом было. Чё, кто еще там хочет в рейд РСК? Так, я что-то сообразить не могу, блядь. Это все, кто хотят, да? Так, ЕП за приход начислилось. ЕП это... Все, кто на замене, вот... Включая... Вон, хук-мастера меняй на меня. Ему еще и там кристаллы, да, собирают на втором рейде. И вообще с удовольствием. Хурику вообще. Хурику. Я их не путаю, они все ху, блядь. Ладно, топы. Ладно, топы, так и быть, он-то танчить умеет. В отличие от некоторых, блядь. Поэтому я в СУ спекнусь. Целка хотя бы. Этот. Улетаю, все. Смотрите, все, кто 7-8 пати, да, на замене сейчас сидят. Вы, чтобы ЕП получить, в конце РТ плюсаните. Не проебите момент. А то... Да. Потом искать вас. Не, я даже уходить не буду. На, это РС-ку, когда убьем, плюсанете. И когда целка лича убьем, плюсанете. Если надо кому-то выйти из пати, ну, выйдите сейчас, чтобы в бою не выходили. Квесты там делать или еще что-то. Систофляга там хотел. Что хотел? Ну, пати какой-то собирать. Не, это так карма. Пойду дальше фармить. Залог был. Сейчас так соберу. Голодишку фармить. Ну, я пошел жабу ловить. Смотри, чтобы жаба тебя не поймала. Жаба не будет ловиться в рейде вроде. Нет? Почему она не будет ловиться? Это же не квест. Так. Главное, что в этот момент никого рядом не было. Кто сролит ее, блядь? Хукмастер, первую копию заберешь. А этот рарник вторую. Я босса. Нихуя, он мне въебал. Биг Дэм будет, не будет? Я не знаю. Не знаю. На целка развести, десятку сделать. Развести? Да он сам всех разведет на эту десятку, блядь. Ай, уже пытался на вчера развести, только все сломали. Это все потому, что Войд не идет, блядь. По хули ты не идешь, на. Чё, посыпались. Как дела там? Вы что, подъебало встали второй копии или что? Так, в смысле, он привел ее под жопу первой. Так уйдите оттуда, блять. Увидите, он ведет нас. Смотри, холипал лег. Ультрадур рез и вивс. Вы, блять, ну, угораете или чё, нахуй? Смотри, три хила лежат. Кто нас хилит сейчас будет? Хукмастер стойку не поменял. Дебилы, бля. Ложитесь. Ладно, я дебну там пока. Что, ляжете? Если бы был бы бидон в пати, было понятно, что на кого можно было вернуться свалить. Там, если чё, блядь, так, для справки напомню, блядь. Покидаете тело сейчас, в инст, сука, не заходите, потому что тут еще бой, блядь. Босс еще не исчез. А то сейчас ошибку словите и будете полчаса ждать вас. Это. Все, теперь можно покидать, заходить. Хукмастер, блядь, в чем проблема? Зачем ты ведешь прямо на миликов эту хуйню? Это Грони на нем было.
Он фростойку не включил. И на ДД бежал. Это вары, у вас у кого-то есть танк? Ген. Гена нету, по-моему. А, нет у них, я в обоих нету. Я понял. У меня есть, но он лайтовый. Лайтовый это как? Ну, в смысле, там только две части, это 4. 250 где-то. А, нормально, целка сойдет. Ну, это потеря ДПС будет, вроде, в смысле. Короче, одену, посмотришь, да и скажешь. Да там на сурка спекнуться надо. Если кому надо починиться, хлам подстоит. У Инсики есть тоже танк, но там 1040. Да нахуй это 1040, блядь, с одной тычки убьёт тебя. 4-4 есть. Цирк приехал. Там, напоминаю, если что, у босса фронталка перед лицом бьет их рассекающий. Две обилки. Нельзя стоять под лицом. Ведут там на вас копию, не ведут, танк повернулся. Смотрите, не стойте под лицом, главное. Отбегите лучше, когда копия появилась, посмотрите, чтобы танк ее забрал точно. И потом уже начинайте хуярить. У каждой копии свое агро. Смотрите в омен. На количество набранного агра. Вот он сейчас в другую сторону повел. И главное, не веди там, чтобы между нами по 50 метров не было. А то хилы будут от одного к другому бегать и одного танка проебут. Пес. Хант, нажми усмиряющий, пожалуйста. Песа, как дела? Приколисты.
А вы все остальные возле черепка на ПС стоите. Вы думаете, он, ну, на нем метка и похуй, надо с ним стоять и продолжать, да? Блять, я, короче, от него бегу, он ко мне бежит. Ну, типа, что делать? Понял, блядь. Я в другую сторону, он туда же. Это, ну, как бы, я не знаю. Так же на синдре сбегаетесь. ГП получите, а я, короче, блядь, за ним бегу, он от меня отбегает. Делайте, у них просто резаться по 10 раз, блядь. Петов уберите и на ту сторону, только через босса не едьте, не саглите босса. Ражник в ДД. Мастер, там свет потанчишь. Слава, у меня ловка крашнула, сейчас перезайду. Ага. Такс. Рыба. Так, Мардаун, ты мне высылал эти самые? Да, там нужно 20 штук получиться было. 25. На друида себе. На друида в следующий раз высылай. Мне тут это, как он называется? Да, понял, понял. Кто там крашнулся, вылети, это зашли уже? Да, все, я зашел. Значит, цвету остается Инсика и один хуй. Во тьме Ультрадру, Вивс и Мордаунд. Первая, вторая. Значит, во тьме Букмастер танчит свет. Так, что это, два элема? Ну и третья, четвертая в свету. Заходите за линию, чтобы не остаться там. Вот-вот
передвинул. Прибегайте, метеор. Да не двигай ты. Треугольника заходите. Если посмеете. Ультрадру залагал. Разлагивай. Ну, он на месте бежит. Вив смартдаун, то вы вдвоем хилите, имейте в виду. Третья, четвертая на выход. Ну куда вы подъебало-то, блять, ебаный в рот нахуй. Бичи, сука. Сбреет же дыхание. Диспел, Лока, диспел. Лока, диспел. Пацаны, короче. А что по урону, что? В свету давай Хэлла Геру. Пиздец, вы дрочите там, да? Как ПС сдох? Итер перебежали. Султан выноси. Вихрь выноси. Султан сдох нахуй. Вы что, бичи там совсем или чё? Куда вы выносите, подъебало? Кила выноси. Вихрь выноси. Иди, история в ответ. Вот впереди портал появился. Метеор, перебежите. Ивс, выноси. А, уже лям, блять. Оп, плащик. Да ладно, плащ выпал, сука. Так. Чё-то я не вкурю. Запы никому не надо, что ли? Все у всех ТТГшные. А, в натуре. У совы нет ТТГ, в смысле? Ну, совы там с духом. Дух аст, что ли? Дух аст. Так. Крит, меткость, кольцо. Ты ЕПшку сейчас будешь накидывать? Да, плюсуйте на ЕПшку. А, ребята, заходите, кто на замене? На РСку. Так, игрок не найден, что ли? Я не могу вкурить. Сижу, куда-то съебался. Зашел обратно.
Ну заходи на Вара сразу. Магом потом зайдешь. Шура, сразу заходи на ИП на Вара. Так, плащ. Султан получается, что ли? Так. Я встал рядом. Нихуя, так же 8 FPS у меня, блядь. Че на сурке совой подамажить? А ты записываешь? Да. Не, ну вот, когда никого нету, да, вот сейчас вот у нас 6 человек тут стоит, 60 FPS. А когда мы Савиан убили, блядь, 8 FPS, блядь. Пусть реально записывающую программу поменять. Ну, я вам потом скачаю OBS, настрою. Он просто через бандикам записывает, там вообще полный кал. Так. Все на ИП зашли там, все, кто замена была. Так, сейчас. Так, за РС куда? Все, пошли. Пошли в ЦЛК. Пошли, знающие, как настроить OBS так, чтобы у меня при показе в Windows этом проигрывателе хитрое окна не показывалось. Что не показывалось?